Ну, сегодня 6 июля. Володя тут расправляется. Вчера принесли из березы. Никита, зачем это отдал? Куда отдал? Положи, сосновая, с нее мы сколько мы уже выпили. Это я отложил в сторону, ты подряд все рубишь, а ты бестолковый. У нас сосновая за золото не купишь. Он ничего не понимает. Так, ты куда несешь? Пилить? Володя, да я же отложил на столбы, уже подряд все пилите опять. Не, это... Так вы сколько пилили они таких? Посмотри там, что у них пилится-то, глянь. Открой глаза. У них там нету ничего такого. Ничего там нету. Я же это все отложил. Так, приготовься, сейчас будете ошкурять. Все, руки в карманы. Подряд все, метут и не спрашивают даже. Сегодня веники вязать будем. Пошли, допилить. О. Как прихожу, так сразу начинаю делать разгон это. Так. Марья пошла. Вот так у нее дела идут. О, смотри, Марья, что наворачивает. Иди. Зайди на кухню, посмотри, что тут делается. Я не знаю, тут свет-то у них есть, но... Да, есть, наверное. Вот приехали, ничего не было. Одна сидела, четверо гавриков, говорят, вот они, ластощата, а пятый где-то там не помещается. Такое маленькое гнездышко, а трогать нельзя, сейчас оттуда повалится. Не хлопать. Они тут творят искусство. Все. Все, Марья, прячешься. Подвинулась. Ну нормально. Там, посмотри, как там это, Маша носит дрова под мышкой. Видела, да. У нас тут сегодня четверо, пятеро. Пошло дело. Это все делается. Ага. Или совета тут что-то с окнами. Открыла. Протереть. Ну давай, все есть.